Добрый день, дорогие гости. Праздничная свадебная церемония. Рад видеть вас в этот светлый и праздничный день. Сегодня всю свою любовь, все свои чувства, эмоции и поддержку подарим близким для вас людям, Виталию и Ирине. Ведь именно сегодня мы увидим, как соединятся две судьбы, две души, два любящих сердца. У них сегодня ответственный день. Они вступают в семейный союз по взаимному согласию. Каждый человек на земле ищет это чувство. И как прекрасно, когда любовь взаимна. Ведь взявшись крепко за руки, так легко идти по жизни вдвоем, разделяя все, что выпадет на долгом жизненном пути. Сегодня радостный и счастливый день для наших молодоженов. Ведь однажды их встреча оказалась не случайной. Они полюбили друг друга искренне и беззаветно. И сегодня в присутствии самых дорогих людей, родителей, близких, друзей, создают свою счастливую семью. И перед тем, как выйдут наши молодожены, прошу поприветствовать почетных свидетелей Илья и Анна. Каждая девочка с самого детства мечтает о прекрасном принце, о красивом, сильном, смелом, нежном, добром и любящем, о том, кто однажды повстречается у нее на пути, возьмет ее крепко за руку и поведет по жизни. Он такой надежный, искренний, любящий. Он мужчина, который завоевал ее сердце. Встречайте, это он, наш жених, Виталий! Друзья, погромче, погромче! Сегодня она удивительна и по-особенному хороша. Он никогда не ждал ее с таким появлением. Она, наверное, не спала всю ночь, представляя, как шаг за шагом будет идти навстречу своему счастью, самому главному и прекрасному мужчине ее жизни. Виталий сегодня самый счастливый мужчина. Ведь заботливые и любящие родители отдают в его руки настоящее сокровище. Береги ее и помни, что она тот свет, который осветит твой путь. Ее руки обнимут тебя, ее любовь придаст тебе сил во всех начинаниях. И наступает волнующий миг. Именно сейчас ее маленькая ладошка крепко сжимает руку отца. Ведь именно за руку наделала первые шаги, шла в первый класс. Именно папа научил ее водить машину. И всегда его плечо было рядом. Самый добрый и заботливый отец, который никогда ни в чем не отказывал и не откажет ей, своей любимой дочери. Он видел, как с маленькой девочки она стала прекрасной девушкой. Он видел, как в ее сердце зажглась любовь. Уважаемые гости, прошу вас встать, чтобы поприветствовать счастливую избранницу Виталия в сопровождении своего папы Николая. К нам идет сама невеста и несет в своем сердце любовь.
Встречаем самую прекрасную и счастливую невесту, Ирину! И с благословением передайте руку дочери ее будущему супругу. Рядом с Ириной стоит, уважаемые гости, можно присесть, спасибо большое. Рядом с Ириной стоит главный мужчина в ее жизни. Он готов подарить ей целый мир. И даже больше. Цени его чувства и помни, что он поймет и поддержит тебя в любой ситуации. Вместе вы сможете все. Ты, как любящая жена, создашь своими руками ваш мир. И в вашем доме будут царить уют и покой. Теперь вам по жизни идти вдвоем, рука об руку. И это большая удача. Как порой сложно найти себя в жизни, но еще сложнее встретить свою любовь, суметь разглядеть среди тысячи те глаза, которые заставят вас остановиться, затаить дыхание, учащенно забиться сердце и понять, что это ваша судьба. Любовь, которая делает тебя по-настоящему счастливым. И мы знаем, что наши молодожены – счастливые люди, просто потому, что они любят. Дорогие молодожены, сегодня один из самых радостных и счастливых дней вашей жизни. Судьба соединила вас, любовь наполнила ваши сердца светом и радостью. Вы приняли ответственное и важное решение – создать семью. У вас есть то, что ищут многие – это любовь. Именно она соединяет сердца и судьбы, мысли и стремления на пути великого искусства супружеской жизни – жить для счастья любимого человека. Виталий, обещаешь ли ты, как минимум, 2 раза в месяц куда-нибудь приглашать Ирину? Кино, театр, прогулки – друзья, мы будем легенькими аплодисментами поддерживать решение жениха. Обещаешь ли ты помогать с домашними делами, а точнее мытье посуды? Задумался. Обещаешь ли ты возвращаться домой не поздно, а если опаздываешь, приносить вкусняшку и подарочки? Виталий, обещаешь ли ты каждый день делать комплименты, быть нежным и ласковым? Обещаешь ли ты дарить цветы и подарки без повода? Ирина, обещаешь ли ты терпеть его работу, поздние звонки, даже от женщин по работе, пропущенные дни рождения и важные даты? Обещаешь ли ты готовить его любимую еду, что бы ни случилось, а именно блинчики и суши? Обещаешь ли ты быть грамотным казначеем семейного бюджета? Ира, обещаешь ли ты не перекрашивать волосы в другой цвет, кроме светлого? Обещаешь ли ты принимать Виталия любым, до самой старости? Уважаемые будущие супруги, на пороге новой жизни прошу ответить. Является ваше желание стать супругами взаимным, свободным и искренним?
готовы ли вы создать дружную и крепкую семью. И что бы ни готовила вам судьба, быть всегда вместе. Прошу ответить вас, Виталий. Ирина, ваше слово решающее. Есть на Украине добрая традиция расстилать перед молодыми свадебный рушник, как символ долгой и счастливой дороги, которая называется жизнь. Уважаемые свидетели, попрошу вас на счастье, на долю, на любовь расстелить перед молодыми свадебный рушник. А вас, молодожены, подождите, попрошу вдвоем, вместе сделать этот шаг красиво и ярко в вашу супружескую жизнь. Дорогие молодожены, вернитесь к друг другу и вспомните, с чего начинались ваши отношения. Наверное, они начинались с робкого взгляда, ласкового и теплого слова, прикосновений. И невозможно забыть ту первую встречу, которая соединила ваши судьбы. И все мы знаем, что если люди любят по-настоящему, до крика, до боли, до безумия, в этот момент они обязательно найдут теплые слова друг для друга. Мне повезло. Это значит, у меня есть все. С тобой в моей жизни поменялось все. Эмоции, чувства, ощущения. Все стало ярче, глубже, нежнее. Как же я жила без тебя раньше? Наверное, я ждала и искала тебя всю жизнь. Ты мое все. Мой воздух, мое солнце, мое счастье. Моя жизнь, моя защита, моя опора. Мой лучик света в бесконечной и безграничном океане проблем и суеты. Ты в обыденности, ты мой источник света и вдохновения. Когда мне плохо, достаточно просто, даже молча, положить голову на твое плечо, и все проблемы проходят. Долгими зимними вечерами мне не холодно, потому что мое сердце давно греется в твоих руках. Пожалуйста, береги его и не потеряй. Я очень тебя люблю. Милая моя девочка, мы очень долго шли друг к другу, дорожками, тропами, улицами, переулками. Хотя всегда были рядом в одном университете. Теперь мы вместе, уже походу навсегда. И чувства, которые я тебе испытываю, те, которые ты делаешь меня счастливым. Просто когда утром открываю глаза, вижу, как ты спишь, нежно потягиваясь, свернувшись клубочком, как котенок, нежно, беззащитно. Хотя и с коготочками. Днем, встречая за обедом, совершенно другая. Бизнес-леди, деловушка. Вечером, готовя нам ужин, воистину первооткрыватель новых континентов. А ночью, ложась спать, вулкан страсти и нежности и любви. Я каждый миг рядом с тобой удивляюсь, как такой маленькой, хрупкой, нежной девочке может столько вмещаться. Нам никогда не бывает скучно. Я испытываю к тебе... О том, как я счастлив, когда ты рядом, словами очень трудно передать те чувства и эмоции, которые я испытываю к тебе. Родная, я не поэт, я просто тот человек, который не сможет жить без тебя, а ты без меня. Я люблю тебя и сделаю все, что в моих силах, чтобы огонек в твоих глазах горел, чтобы ты была счастлива, моя любовь, моя девочка. Я прошу нашу свидетельницу Анна поднести нашим молодоженам обручальные кольца. А вас, молодоженный, знак общего согласия идти рука об руку всю жизнь. Обменяйтесь обручальными кольцами. Приглашаю молодых скрепить подписями свой семейный союз.
Уважаемые дамы и господа, гости, родные, близкие и друзья, я с радостью объявляю всем присутствующим, что в соответствии с законом, в соответствии с обоюдным желанием и в соответствии с великой любовью Смещук Виталий Александрович и Моргачева Ирина Николаевна объявляются мужем и женой. Учитывая взаимное проявление воли супругов, носить общую фамилию Смещук. Я попрошу ваш первый совместный бокал шампанского. Первая, конечно, пригубит невеста, а потом уже жениху что останется. Теперь, жених, вы можете поцеловать невесту. Дорогие супруги, мы поздравляем вас с бракосочетанием, и я вручаю вам ваш первый семейный документ. Берегите его, но главное, конечно же, берегите свои чувства. Помните, что счастье в семье зависит от вас двоих. Дарите друг другу тепло, нежность, ласковые слова, и тогда каждый день в вашей жизни наполнится счастьем. Я приглашаю молодых, еще есть одна очень красивая традиция, которая пришла к нам с далеких Гавайских островов. Молодожены, прошу, подходите сюда. Пустой графин символизирует жизнь наших молодоженов. И они вправе наполнять ее всем, чем они хотят. Песок так символизирует то, что какой же они хотят, чтобы она была. Зеленый цвет морской волны – это спокойствие, удовлетворенность, размеренность. Желтый – тепло, бесконечная радость и оптимизм. Розовый – красота, любовь и страсть. Салатовый – яркость, насыщенность, колоритность их жизни. И серебро – это знание и мудрость. На ваше усмотрение, на ваше рассуждение создайте свой семейный оберег вашей семьи. И пусть эта красивая композиция, созданная вашими руками, займет достойное место в вашем доме и всегда будет напоминать вам об этом прекрасном дне. Аплодисменты нашим молодоженам! Сегодня пришли поздравить вас и разделить с вами радость самые близкие и родные ваши люди. Но среди них и самые дорогие, которые дарили вам теплоту, любовь, доброту, поддержку все ваши годы и будут дальше продолжать это делать. Я прошу, уважаемые родители, подойти к вашим детям. Уважаемые родители, прошу вас подойти к вашим детям. А вас, молодожены, я попрошу поклониться им три раза. Первый раз за то, что они подарили вам жизнь. Мы поддержим легкими овациями. Во второй раз за то, что вырастили и воспитали вас такими, какие вы есть. И в третий раз поклонитесь им так, как бы вы хотели, чтобы поклонились вам ваши дети. Дорогие мамы, сегодня вы вправе перевязать руки молодых, чтобы всю жизнь они шли рука об руку, несмотря ни на что. Нам нужны теперь сильные мужчины, это папы, которые возьмут за края рушничок, молодожены ручки достают,
а папы затягивают крепкие, сильные узы, чтобы союз этот был крепким-крепким на долгую жизнь. Давайте поддержим пап! Ручничок на временное хранение пока что у родителей, потом, конечно, передается хранительнице семейного очага. Еще раз давайте поддержим родителей и молодоженов. И, конечно, родители имеют право первыми поздравить, поцеловать своих детей.